Рождественский концерт сегодня в новом зале на городской окраине в поселке Зубчининовка приступил к работе еще один филиал детского и парохиального образовательного центра. Его назвали «Дружина». Здесь будут работать самые разные секции, творческие мастерские. Сформирован казачий кадетский корпус, как при других храмах. В прошлом году у кадетов появились первые награды. Это Куйбышев, запасная столица. За участие в параде памяти 7 ноября, вот в этом году мы представляли, шли в бессмертном полку. За это нас и наградили. Православный по духу и светский по содержанию центр «Дружина» призван решать задачи патриотического воспитания на основе традиционных духовных ценностей. В Самарской области уже более 18 тысяч детей посещают подобные филиалы. Они создаются по инициативе церкви и при поддержке областных властей. 70 центров с филиалами создано в области. Причем в основном они созданы в тех микрорайонах, в райцентрах, в городе Самаре, в Тольятти, где в этих центрах особо нуждаются. Все понимают, что уроки – это одно, а внеклассная работа дает дополнительные навыки. Святитель Иоанн Златоуст сказал, независимо от времени, состояния, экономического проблем, дети должны всегда быть обустроены, потому что это будущность нашего Отечества, это наша государственность. Отец Григорий Краснов в прошлом работник телевидения. Сегодня руководит детской студией мультипликации. Коробка пластилина, старенькая видеокамера. На таком уроке каждый ученик, начинающий Гарри Бардин. Дети сами придумывают фильм, придумывают сценарий, рисуют небольшую раскадровку, если необходимо. За 2 часа, сколько идет у нас кружок, делают мультфильм. И не исключено, что многие из воспитанников впоследствии смогут выбрать для себя профессию, получив первоначальные навыки именно в дружине. Каждый российский школьник должен заниматься еще и в системе дополнительного образования. Такова стратегия, обозначенная указом президента. Ведь на самом деле в таких вот образовательных центрах чаще всего раскрываются способности ребенка, которые могут стать его профессиональным призванием, либо серьезным увлечением на всю жизнь. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.